Так, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дар Риди Имри. Сегодня у нас игрушка Джонни Файдер 2. Давайте уже посмотрим ее. Кстати, у нее очень хорошие оценки, вот, 1001 голос, и у нее 4 звезды стоит. Это классно, вот самый максимум, вот, ну, обычно 4,5 стоят, вот 5 вообще не видел пока что. Так что, я думаю, эта игрушка достойная своего внимания. Что ж, ну давайте посмотрим уже. Так. И. А, украли какую-то статуэтку. И мне нужно ее вернуть. Причем я видел грабителя. А, вот он, я такой, как бы этот. Как бы его сказать. Взяли ключ мы. А, так, милиция. Милиция, полиция. Чувачок, и что мне надо делать? Так, как ходить? А, вот, я, короче, открутил болтик, такую подставу сделал. Так, боулинский мячик. Так, ну и что мне надо еще один открутить? А, вот, я взял швабру. Попробую достать, наверное, боулинский шар и... Тыдыщ! О, нифига себе, они, короче, эту... Они умерли, что ли? Офигеть, ничего себе, замутил. И все, идет такой ковбой. Первый уровень пройден, да. Вот такая вот, то есть, игрушка логическая. По идее, я бандит. Или не бандит, фиг его знает, короче. Анархист, короче. Какой-то лут вот падает. Причем так долго... А, ракета! Мне надо как-то избежать столкновения ракеты. Так, ну что я должен сделать? А, так, нет, это... Ну, это хелп, если что. Так, я не знаю, что надо сделать. А ракета все падает. Если она попадет в землю, все, всем хана. Хана человечеству. Так, берем камень. Разбиваем стекло. Садимся в машину. Ну, я думаю, я не успею. Я погиб. Рестарт. Ну, мы уже, по крайней мере, поняли. Берем камень, разбиваем стекло. Садимся в тачку. Давай, садись. И давай по газам, по газулям. Хоба. Все, дверь открыта. Мы входим, говорю, внутрь. Ну, что ж ты не входишь внутрь? А, вот, берем ломик. Я, честно говоря, не знаю, какой у него даже план появился. Так, это... А, мы все, мы в холодильник зашли. Бомба взорвалась, и мы не погибли. Вот в чем смысл был. Смысл был в том, чтобы не погибнуть. А, награда за меня $1000. О, кого, $1,000,000. Офигеть, офигеть. Так. Ой, мне нельзя это было делать. Меня завалило чемоданами, и я погиб. А, ну давай попробуем переодеться немножко. Ага, вот. То есть тут нельзя делать такие манипуляции. Так, сумочку. Все, я переоделся. И теперь, думаю, я смогу пройти. Ох, ни хрена себе, он мне в пузо. А, в сердце аж, короче, стрельнул. Так, ладно, давайте переоденемся. Я думаю, я переоделся, что ж. Не знаю, он меня убьет, если что-то не... А, сейчас я смогу к нему подойти, к этому, я думаю. А, вот. Взял кредитку. А, теперь я смогу пройти с помощью нее. Да, да, у меня получилось пройти. А, и где мы оказались? Причем они, кстати, никто не видит, они куда-то в сторону смотрят. А назад никто не поворачивается. Это их большая ошибка. Так, берем арматурину. Так, ну и что я смогу сделать с этой арматуриной? Меня током шибанет, если я... Время. Часы. Странно, зачем мне часы? Так, думай. Шерлок Холмс. Не хочет пока выходить, не хочет он.
Так, и что я тут должен сделать-то? Взял, короче, значит, часы, взял какую-то арматурину. И ничего не происходит. Да я не знаю, я уже, по-моему, на все понажимал. Все, меня убило. Ну вот, мы берем арматурину, короче. А, вот веревка еще. Взяли веревку. Взяли часы. А, часы, короче, намотать на веревку. Вот так, что ли? Хоба. А, он повернулся, взял часы. Потянет, наверное, сейчас. А, меня опять убило. Ладно. Попробуем заново. Так, веревка, арматурина. Часы. Все это крепим. Все это подвязываем. Ну, давай, давай, давай уже. Подвязываем. Так, и... Все, зазвонил телефон. Ой, какой телефон? Будильник зазвонил, он взял и изучает. А мы тем временем что делаем? А вот что мы делаем. Из него, короче, выпадает ключ. Мы его подбираем и открываем. Открываем дверь. Все. Продолжаем играть, продолжаем проходить. Так, следующий левел. Ух ты ж, елки-палки. Зомбаки, короче, тут. А, так, динамит, зажигалка и что? И надо мне взорвать, как-то заминировать. Ну, я уже понял. Время тикает. Так, динамит, ну все, все. Так, по идее, что мне делать? Эй-эй. А, все, меня съели. Все, мозги. Теперь я тоже зомби. Так, ну, по крайней мере, поняли. Берем динамит, берем зажигалку. Так, что-то там срываем. А, чтобы я мог прилепить. Только куда я ее прилеплю? Я, честно говоря, не знаю, блин. Не-не-не-не, не ходи туда. Пошел зачем-то, не знаю. На свою погибель. Так, ладно. Так, ну, блин, ну и что? Я не понимаю, что я тут делать. Я вот не могу ни на что нажать. Реально ничего не нажимается. Назад тоже не могу. Что-то я... А, вот оно что. Фига себе, ребят. Кажется, я промахнулся. Так, ну, в принципе, я понял. Эта штука, она должна, чтобы, наверное, прилепилась. И давайте попробуем запульнуть. Значит, что-то надо еще сделать. Зажигалка. Может быть, вообще не... Не, все равно почему-то я взрываюсь. Не знаю, почему. Так, динамит. Зажигалка. Какая-то вот фигня. Не знаю, что это. Получилось у меня крафт какой-то. Ну, и что-то он пытался делать. Вот сюда я не могу. Ну-ка, может быть, подальше. Может, сюда? Все равно, короче, взрывается, блин. Давайте попробуем подальше запустить. Может быть, оно тогда получится у меня. Куда-нибудь в самый конец. Нет, фигня. Опять взрывается. Тут какие-то камушки есть, не знаю, может быть, они как-то мне помогут. Сейчас посмотрим. Зажигалка есть. Ну, понял. Все, все, понял. Ладно, должно зажечь. И вот это что такое? А, ну сейчас должна приклеиться, по-любому. Ну вот, я просто торопился. К чему два раза? И что это значит? Я хочу дальше пойти. Ну, это, видимо, глюк был, косяк в игре.
Да, ну, честно говоря, пришлось попотеть, потрудиться. А смысл в том, то, что ему нужно всего лишь артефакт вернуть в музей. И он для этого готов на все, на все жертвы. Так, девушка попала в засаду. Мне надо как-то ее выручить. Так, ну, как всегда, берем камень. Кстати, вот черепок. Это злая колдунья или ведьма. Я думал, мне ее спасать надо, мне надо кокнуть. Так, я не могу туда подходить. А, мне надо мышей спугнуть. А, елки. Мыши на меня накинулись, короче. А, я беру щит, чтобы отбиваться от мышей. И теперь запуляю в них камнем, а щитом я отобьюсь. Хоп-хоп-хоп, и они напали на нее. А тем временем я беру черепок. Так, и подбираю артефакт. Круто, круто, он радуется, он взял артефакт, он светится, этот черепок. И, кстати, все. Все, ребят, мы прошли эту игрушку. За сколько? За 9 минут 49 секунд. Замечательно. Что ж, в принципе, можно в другую серию поиграть. Да, давайте же поиграем в другую серию, но это будет в следующей части. Вот, ну а пока, ребят, всем пока. С вами был Дарриди. Все, до скорого.